Всем здорово, братва, на связи, как всегда, я, Малфой. И это 58-я серия Пути Бомжа на Хасл Онлайн. По доброй уже традиции залетаем в казик, пытаемся снять денежку с банкомата, как всегда в нем нет нормального количества налички, пополняем свою сытость и пришла пора проверить свою удачу. Играть по 1 000 000 в 5 игроков я не хочу, зато вот по 111к почему бы и нет. Первую ставку мы затащили, вторую, к сожалению, проиграли, третью на 111к тоже проиграли, и блин, почему здесь нет нормальных столиков? Вот бы ща по 200к, по 300к сыграть и спокойно себе уйти. Залетаем за мажорский столик, принимаем игру на 1 лям, и пожалуйста, лишь бы мне затащить хоть одну ставку. У меня 5 очков у челика, 11 это слив. Вторая игра тоже сливаем 1 000 000. Я, короче, как всегда, походу сейчас будем камбэкаться в рулетке. Играем еще один раз в 5 игроков, и наконец-то повезло. Грязными плюс 5 миллионов, ну а чистыми ровно 2 к. Вот теперь я понимаю, что мне сильно везет, и я уже готов списываться по поводу бизнеса. Мой подписчик написал в телеге, что так и так, есть бизнес за 30 к, финка 70 тысяч, и это бар в Бусаево. Вот такое сообщение я ему отправил, и мне повезло, что он как раз в сети. Флудим ему очень много раз, и давайте проедемся, глянем, где этот бизнес. Это автозапчасти, не то. Закусочная в принципе норме, но это тоже не оно. И как назло, владелец еще молчит. Упася, ну вот, нашел. Это бар со входом еще 5 косарей. Ну а вывеска, подожди, здесь какая-то ошибка. Здесь название вообще на украинском «Едальня», что по-русски «Столовая». Давайте глянем, что там внутри. Но за вход 5 косарей, конечно, жирно. Интерьер красивый, можно оп-оп-оп подкрепиться. И по функционалу, как бар в казике. А это значит, что пополнить свою сытость можно очень дешево. Есть аптечка, это плюс, ну и стоимость 1 000. Правда, я не знаю, стоит ли его убрать. Плюс еще владелец, как назло, игнорирует. Ладно, берем с собой попутчика и отправляемся по-быстрому в юшку. Спасибо огромное за 2 косаря, и вот ему нужна больница. А сам я залетаю на аукцион. Вдруг какой-то бизнес выставили. При условии, что внутри есть какая-то активность от игроков, ставку можно сделать только на квартиру. Отправляем рекламку в рацию дальнобойщиков, и как назло, никто не хочет продавать бизнес. Упася, пришел Payday, и через 1 час начнется новогоднее событие по украшению елки. Вроде как-то можно нормально подфармить бабла, и перед этим залетим еще на киоски. Меня интересуют бутылки, и вот идеально, что они упали в цене. Покупаем 18 штук за 300к, еще 50 за 1 000 000, и я просто не могу не передать привет своим подписчикам. Дулан про лайки правильно сказал, не забывайте ставить, ну а Элкис как бы да, получается ты в ролике. Вместе с братвой отправляемся на ледник, но перед этим закупимся лопатами. Если вы помните, у меня там задание в батл пассе, что откопать из сугроба колеса машины. Спасибо админам за то, что помогли выбраться из воды, и по пути я откопал колеса 26 раз. Перед тем, как украшать елку, мы залетаем на корабль, спускаемся в грузовой отсек. И у этого прапорщика будем менять бутылки на аксессуары. Мне уже давненько приглянулась эта ватрушка, минусуем 50 штук. И еще вот такой вот багажник за 30 бутылок. Если что, я их прикреплю на тачку. И вот до сих пор пацаны долбят айсберг. Ну да, кстати, напомню, 200к в час здесь можно легко делать. Ну а меня интересует наряжение елки. И вот здесь краткая инструкция. Бла-бла-бла, в 17:00 нужно будет наряжать елку. Только перед этим где-то нужно раздобыть игрушки. Сколько я играю на Хасле, игрушек я вообще не видел. Запускаем магию монтажа. Здесь уже собралось достаточно участников. И подожди, а у меня же нет игрушек, где я их вам возьму? Зато другие активно их отдают и прокачивают елку. Вот, смотрите, ее успешно нарядили. И все забирают акции, скины и другие призы. Система, конечно, прикольная. И, братва, кто в курсе, напишите в комментариях, где мне взять эти игрушки. Прыгаем в свой гелик, ювелирно настраиваем каждый аксессуар. И вот такой вот финальный результат. Ну, могу сказать, что мне нравится. Правда, стоит это все добро почти 1,5 000 000. Я залетаю на ледник, и нужно специально застрять и откопать колеса. Задание батл пасса мы выполнили. 10 очков
получили. И давайте попробуем еще раз написать тому владельцу бизнеса. О, наконец-то ответил, здорово. Он находится на Эстовар Замасе. И так уж и быть, заберем его сами. Сходу спрашиваем, почем бизнес и какая финка. И он говорит 30 кк после передержки. Вот это вот слово передержка, оказывается, он там бизнес отдавал другу. Он его держал, короче. За вчера было 70 косарей без рекламы. И нужно как-то увидеть скриншот его финки. А за сегодня, говорит, фигово, всего лишь 5 косарей, тю. Так это я заходил к тебе и тратил 5 ка за вход. Походу это вообще не прибыльный бизнес. Очень долго я упрашивал у него скрины, и в итоге сторговались на 27,5 миллиона. Он кидает предложение, все внимательно сверяем, и можете меня поздравить. Это 25-й бар. Кому интересно, вот вся информация. Ну и по финке еще ничего не прогрузилось. За последнее время заработок 5к, это когда я заходил. И давайте его настроим. Покупаем на 300к первые 4 улучшения, ставим за вход 599, и кому интересно, бар находится в деревне Бусаева. Главный ориентир — это рыболовный магазин. Но я здесь всегда закупался очень удобно. Внутри я установил уже банкомат, вам он точно пригодится. И показываю лайфхак, как правильно нужно пополнять сытость и хп. Просто покупаем очень много раз сигару, и меньше чем за косарь у нас все на 100%. Ну и за 1к еще можно аптечку юзнуть, мало ли кому-нибудь пригодится. Буду рад, если вы заедете ко мне в гости на покушать. Ну и напоследок я оплачиваю и домик, и бизнес на 30 из 30 дней. О, кстати, а почему аренда бизнеса такая дешевая?